технические проблемы во всем. Так, народ, всем привет. Джейсон в эфире, канал Old School Games. Мы уже поиграли 3 часа 33 минуты в эту игру. Если вы смотрели предыдущее видео, ну, она мне не понравилась. Да? В ней нету того, чего есть в первом радиусе. И, к сожалению... Ну, я и решил еще позаписывать. У меня выдалось пару часов времени. Но очень много технических проблем. То есть сейчас игра записана в обход... Запущена в обход Стима. Ну, не, она запустила Steam, она лицензионная. Просто я обычно запускал Steam VR. Есть, да, такой Steam VR. И уже из него запускал саму игру. Сейчас я запустил без Steam VR. То есть, как видите, ну, если кто смотрел предыдущее видео, комната вот эта с играми, это Steam VR есть. Продолжаем. Так, нас там постигли многие неудачи. Да, вот он, радиус. Кстати, формат с моим телом, как всегда. Мне нравится эта картинка. Я уже неоднократно говорил, что, наверное... Блин, а есть читы на эту игру? Господи, пожалуйста, дайте читы. Как выключить фонарик? Короче, и сразу же попал в... засаду попал. Сразу в бой. Вон они, видите, бегают. Где он? Вон он. Семен Семенович. Ой. Какая падла такая. Короче, нас убивают. Где та, блин? Магазин. Что делать? Вот как быть, народ? Вот как? Без хорошего оружия. Через этот лес дремучий. Я умер. Где? Где? У меня нет патронов. Слава богу, попал. Фух, зараза, проклятые мобы. Чувствую знакомый звук. Ёшкин кот!
Блин, ребят, это нереально. Это с такой сложностью. Я фиг его знает. Я сдохну, все. А я что тут еще имею? Ну это не то. Бля. Короче, просто великолепно. Просто. Это просто. А, нет, все. Это просто замечательно. А нельзя так насадить? Фух. Ну вы понимаете. А, ну, здоровье немножко восстанавливается. Это прекрасно. Так. Сейчас мы посмотрим, все ли пишется как надо. Фух, да. Вот вам VR. Ну, кстати, тут я что-то увидел, пока бежал. Печеньки. Вот сюда положим. Я так и не понял, как вот эту штуку. То есть надо стрелять, разбивать, потому что ничем не получается. Ну, этот артефакт каких-то денег стоит, мы возьмем его. И пойдем за тем артефактом. Да. Надо сохраниться. Конечно же. Давайте посмотрим, что здесь. О, что там? Я думаю, здесь тоже мир большой. Обширный. В плане, я имею в виду, всяких аномалий, вы видите. Так, а где делся второй? Было два или это он так меня шмалял один? Понять не могу только. Блять. Нет. Собака. Ну вы поняли, да? Где ты, тварь? Не, я говорю, это невозможно, бля. Я просто не могу, нет, эта игра... Она стала не страшной, понимаете, не страшной. Я уже, ну я думал, что я привык, но нет. Я не привык, просто она стала не страшной. Все. Но она стала труднопроходимой. То есть нет уровня сложности. И если я вам буду сейчас писать этот контент, я буду его писать лет 20 нафиг, извиняюсь. Так. Да. Что? И видите, с телом какая-то хрень. Зачем я это сделал? Сейчас объясню. Вот это подлиннее, по-моему. Все, пойдемте. Нет, ну это нет, ну реально, блин. То есть я стрельнул, все-таки второй был. И где-то там чел один. Точнее, этот фантом. Пойдемте его убивать, да? Я понял. Опа. Ага. Я понял. За дерево прячешься или
Я же джойстик сдавил так, что... за дерево? Вот эта хрень, блядь. В прошлый раз меня задавило. За дерево прячешься, он прыгает на тебя и врезается, и цепляется за него. Так. Самое главное. Сейф. Сейф, сейф, сейф. Я... Так, я не знаю, как сейчас мы тут будем проходить. По правде говоря, нам надо тот артефакт забрать и домой. Очень много аномалий, прям. Здесь можно пройти. Вот сюда нам, видите, вот сюда надо. А здесь, если я сейчас пойду, меня аномалии мутозит. А, надо проверить. Ты что взял? Да не это. Так. А это? Вот, как раз вот здесь. Вот так. Блин, столько психов будет, если я не пройду этот. Ну, а это получается не то, что ли? Нет! Нет, да, нет, 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 нет! Нет, 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 нет! Блядь, куда? Фух. Подождите, а что тут получается? Это не тот, не та аномалия. Еще этот пикает у меня. Где-то она здесь, наверное. Да. Фу, бля, у меня так сердце не удержит, точно. Это что у нас такое? Я думаю, вон там. Нет никаких злодеев тут. Так, стоп. Да, я сохраняюсь во второй слот, потому что это неожиданное сохранение. А, так неинтересно. Слушайте, не, разрабы. Что-то как-то вы... Так, понятно, что сюда. Нафига я вниз спустился? Да ешкин, что за тело, а? Ничего не вижу, честно не вижу. Так, ладно, погнали назад. Фух.
Я не вижу. Вы видите? Пойдемте на ту сторону. То есть он пикает, а где именно, я прям не вижу. Да, тут аномалия на аномалии. Что с телом-то? Ну... А, отлично, отлично. Короче, я не могу найти. Я эту аномалию не могу найти. Я вообще не понимаю. Я сейчас подохну тут и все. Печеньки что делают? Восстанавливают здоровье? Так, давайте еще раз посмотрим. Это вот это, да? Да. А, не, Семенович, это я что-то тут делаю, блядь. Я что тут делаю? Шиза. Блин, я подохну сейчас. Сейчас еще один этот. Ой, тихо. Он еще, падла, исчезает. Он просто тупо исчезает и все. Следовать надо. Да? Ну да, по вот этому фривею, блин. Вот туда. Вон он идет. А интересно, он меня видит? Блин, уже поздно, уже. Все. Валим нахрен отсюда. То есть я типа выполнил задачу. Стоп, это что? Это можно открыть? Нет. Там? Что, я присел? Потому что я хотел, думал, что этот ящик открывается, но оно нифига не открывается, поэтому да, эта миссия. Да... Не, ну серьезно, тело как-то не хочет слушаться. Да, мы выполнили эту миссию. Пойдемте подлечимся до дому, если ни на кого не наткнемся. Здесь нет аномалии. Где-то здесь наш дом. Вон остановка.
Да. Нет, я не боюсь. Мне просто жалко потраченного времени, сами понимаете. Просто я к чему? Я вот даже, я не знаю, короче, я уже пишу Red Dead Redemption, который... Так, сейчас я тут... Хорошо включенный фонарик. Вот, и я читерю. Я использую читы на энергию, чтобы не тратить время. Говна этого отмыться. Вы поняли, да? Поэтому здесь шторку кто-то свистнул. Да, я читерю на предмет энергии. Для чего? Чтобы быстрее это было. То есть, если бы я сам просто играл, и у меня было бы дохрена времени, конечно же, я даже не заморачивался в плане, ну... Так. Я бы не заморачивался, конечно же, с этими делами и писал, как оно есть. А так как времени мало, поиграть хочется, еще вам контент, так скажем, записать, тут уже начинаешь это понимать, что у тебя же времени нету нифига. Блин, короче, я понял, я тупой. Я тупой. Это, короче, надо просто походить по местам. В этих кругах, то есть был здесь, потом я пошел сюда, потом сюда, я понял вот этот, почему на русском не написано. Так, какой мы левел? Мы первый левел всего. Что думаете, купить дробовик? Не слышу, никто ничего не сказал. Так, а что тут за миссия еще? Location Forest. Что делать надо? О, сколько дают? О, а тут сколько дают? Ну тоже возьмем. А что у нас с этим, с выбросом? 15 часов осталось. Мы сейчас пойдем поспим. Я не знаю, тут принцип тоже, артефакты исчезают после выброса, ну после вот этого. Так. Это шляпа, правда? А, нет, подождите, что тает? Да. 15. Ну-ка. Прикольно. Так, патроны я покупал. Эти патроны 4 штуки ставим. Это сигареты продадим. Блин, что-то мало денег дают, подозрительно мало. Мне кажется, меня обманывают. А ну-ка, а я могу сюда положить? Нет. Короче, сюда только лекарства и так далее. Надо эти патроны дома оставить. И так, купить патронов еще. Так, а сколько у нас бабла? 2194. И лекарства купить, и патроны, и ружбайку. Ну вот какую? И на какой? На какую хрень мы бы купили эту фигню? 4000, 1500, только обрез 1500, а у нас 2 с чем-то. Я предлагаю, блин, это вообще, конечно, засада немножко. Не, ну, они, блин, ну почему? Должны были дать, как бы, хоть какой-то мне, как это называется, раш, время, то есть, ну, это нереально, ну, ты уже, понимаешь, ты видишь игру, которая отличается от первого радиуса, вообще конкретно в плане даже физики. Я понимаю, что она в раннем доступе, но
Народ, разрабы, блин. Вот, ладно, с этим все понятно. С амуницией понятно. Оружие? Что с оружием? Там было такие прорисованы достаточно неплохие автоматы, пистолеты. Здесь что? Вот это что? Он выглядит разве так? Ну как-то мне что-то не нравится. Ну, возможно. Хорошо, он такой, да. Но, блин. Ну вот мои руки, да? И вот этот автомат. Ну ладно, вот, АК-74. Ну серьезно? Ну это что-то размер немножко должен быть чуть-чуть побольше. Да, может быть я такой, знаете, сибирский здоровый мужик. И вы сейчас смотрите на меня, ну да. Это, да, кстати, как вам маечка, где? Маечка, нет, сюда. Вот так. Стирка идет, все, что осталось, как говорится. Так, кто досмотрел, молодец, красавчик. Я буду потихонечку продолжать с перерывами записывать радиус. То есть будет, сколько у меня там, 4 или 5 видео, это 6, наверное. Сейчас мы посмотрим, я сейчас гляну через... Так, 3 видео всего я записал. Да, потому что было много, дофига было технических проблем с запуском этого VR. Вот этого VR. На компьютере почему-то что-то не так было. 100 раз было перезагружено. Ну, кстати, я... Слышали, да, как Microsoft долбанул по security там и порушил все компьютеры. И я это на себе прочувствовал, кстати. Вот. Возможно, что-то из обновления было, когда я приехал. Потому что я уже узнал, смело можно обновлять. Да, не. Короче, ствол мы не купим. Патроны. Да. Но все равно было палевно. Так. Давайте закупимся. Возьмем ТР, да? Я не знаю. Напишите, что такое ТР. А, трассер. О! Че я туплю? Берем. Так, возьмем трассеры. Тут-то мы возьмем. Так, а вот мне интересно, что можно сюда повесить? Мне вот загадка, что можно сюда повесить? Так. Так, это сюда. Ладно. Так, здесь мы вот так. Я так понял, блин, сложность хорошая, лишь бы не сдохнуть. И еще два, наверное, запас... А, один. Дай этот сюда. Вот так, наверное, 6, да? Ну, смотрите, 1500. Пофиг. Берем 7. Гулять-то гулять. Пипец, вообще просто. Очень дорого. Блин, а для чего крюк? Кстати, напишите, для чего крюк? Карабин этот. Ну и в принципе все. На этом все. Я буду это видео уже закругляться. Все, кто досмотрел, молодец, красавчик. Ставь плюс, комментарий. Подписывайтесь, народ, на канал. Поддержите нас лайками. Поддержите нас всем, чем сможете. Но не деньгами. Мы работаем бесплатно, если вы не заметили. У нас канал не как это, коммерческий какой-то, там монетизации нету. Просто набираем подписчиков и хотим посмотреть. Ну, это как развлечение, как хобби пусть будет для вас. Просто просмотр геймплея, ну, прохождение игр. И посмотрите в плейлистах. Там сейчас достаточно уже какое-то количество игр, что есть что посмотреть, по принципе. Просто посмотрите, там Кенни, кстати, занимается интересными олдскульными трешничками, я их называю. Вот, забавная игра там, не буду говорить какая, посмотрите сами.
И у меня радиус первый записанный полностью с прохождением, с двумя концовками. Мне интересно, куда я смотрю. Я к вам спиной стою или передом? Ну, почти. Да, с двумя концовками, уже записанным полностью. Также Boneworks готовый, то есть Boneworks полностью отписанный, полностью записанный, полностью уже оформленный и уже выходит. Точнее, уже, наверное, вышел, если я уже это записываю, ну, второй радиус записываю. Я как-то вещаю с будущего в прошлое. Короче, смотрите, смотрите наш канал. Все, на этом мы все. Я все. Всем пока. С вами был Джейсон, канал Old School Games.